Возвращает снаряд обратно. Гол! Счет открыт! Анна Шохина с острого угла все-таки направляет шайбу в ворота под перекладину. И распечатывает Надежду Морозову. 1-0. Торнадо выходит вперед. Впервые в этом сезоне Анна забрасывает. Сейчас Шохина входит в чужую зону. Прорывается по правому флангу. Простреливает. И вновь Надежда Морозова грамотным выбором позиции преградила путь шайбы к воротам. Первая пятерка сейчас у команд на площадке. У Берсу уже второе сочетание. Меняется. Также смена происходит и в составе Торнадо. Шкалева. Оставляет голение Скибе. Скиба бросает. Шайба не доходит до ворот. По борту. И Мария Лобарь не успевает закрыть зону. Петина. Екатерина Давлечина начинает атаку из своей зоны. Петина. Шкалева. Подбросок Давлечиной. Гол! Прекрасный бросок Екатерины Давлечиной, которая забрасывает свою первую шайбу в женской хоккейной лиге. Самый юный игрок команды. Блестяще получилась атака. И Елизавета Шкалева оставила шайбу под бросок Давлечиной, которая просто с убойной позиции.